Став взрослым, Борис Захадер написал много замечательных стихов. Данил и Тимур на днях приехали в Нижнекамск из Москвы. В гостях у бабушки и дедушки ребята продолжают учиться дистанционно, так как учебный год еще не окончен. Единственным неприятным известием стало то, что мальчики пока не смогут выходить на улицу. Как приезжих, их определили на 14-дневный карантин, так как никаких справок при себе дети не имели. Ну, конечно, я сейчас, находясь за 1000 километров от детей, переживаю, потому что учебный год вот-вот закончится, и детям захочется выйти на улицу. И новое постановление, которое, ну, скажем так, позволило приезжим, если они переболели, выходить на улицу, оно, конечно, нам не подходит, потому что мы не болели, слава богу, а может и болели, но не проверялись. В любом случае, хочется знать, могут ли члены моей семьи, дети, супруг провериться сейчас, сдать платно анализы, чтобы уже выйти из этого режима самоизоляции. На днях в постановление Кабмина Республики о мерах предотвращения коронавируса были внесены изменения. Теперь приезжающих граждан из других регионов не будут помещать на двухнедельный карантин, если они предъявят справку от врача, подтверждающую, что у них заболевания нет. Сюда входят 3 группы лиц. Первая – это люди, которые уже переболели коронавирусом. Вторая – те, кто сдал анализ на коронавирус до приезда в Татарстан и получил отрицательный результат. И третья категория – лица, которые не имеют признаков заболевания и у которых, значит, есть справка от лаборатории о том, что он сдал, и, значит, результат отрицательный, есть справка, подтверждающая от врача о том, что он здоров, не позднее 2 дней со дня прибытия в республику. Тем же, кто не болел коронавирусной инфекцией, не сдавал анализ до приезда в республику и не имеет никаких подтверждающих справок, что он здоров, придется посидеть на карантине 14 дней. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР.